Почему вы одеваете перчатки, когда собираете мухомор? Наверное, мухомор – очень ядовитый гриб, раз вы его боитесь брать голыми руками. Дело не в ядовитости гриба. Мухомор в перчатках я собираю, потому что так гриб собирается намного чище. У мухомора сверху есть пленочка, небольшая липкая влажная пленка, которая собирает на себя грязь и мусор. И когда мухомор берешь в перчатках, она не прилипает на руки и не передается с мухомора на мухомор. Я всегда беру еще несколько пар перчаток и в течение сбора мухомора их просто меняешь. И у тебя все время чистые руки, чистые мухоморы, все чистое.